На этой неделе в эфире нашего телеканала стартует серия новогодних роликов, в которых мы поздравляем жителей всего Большого края. Вместе с ведущими и корреспондентами в них слились герои наших социальных проектов «Сердце километры», «Дари добро» и участники автопробега «Красноярск-Крым». Это ребята из детских домов края, которые преодолели 700 километров на велосипедах, чтобы рассказать, что чужих детей не бывает. Маленький художник Толя Кац с семьей, зарабатывающий на реабилитацию своим творчеством. И автопутешественники, которые проехали через всю Россию в Крым, чтобы почтить память сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Наши герои в роликах расскажут о своих успехах и о том, каким для них стал Новый год с телеканалом «Енисей». Также они поделятся своими планами. Съемки проходили под Красноярском в живописном лесу. На них участники приехали со всех уголков края. 2015 год стал для нас знаковым. Благодаря нашим друзьям, телеканалу «Енисей», вся Россия узнала о нашем маленьком талантливом художнике. В новом году верьте в чудеса. Никогда не сдавайтесь. И все обязательно получится. С Новым годом! С Новым годом! Все наши телезрители знают, что этот год для телеканала «Енисей» прошел под эгидой таких замечательных социальных проектов, как «Сердце километры», «Дари добро», автопробег «Красноярск-Крым». И мы поняли, что у нас появилось очень много новых, хороших друзей, замечательных людей, которые практически стали... Ну, для нас, не знаю, как члены семьи, наверное, стали близкими, родными. И мы решили, что мы не просто снимем новогоднее промо. Мы решили, что мы соберемся, и это будет для нас повод встретиться всем вместе, подвести какие-то совместные итоги, помечтать о том, какие проекты мы будем делать вместе, опять же, в следующем году.